Молдова попала в мировую карту стереотипов, где представлена как страна цыган и виноградников. Мы решили развеять эти стереотипы, спросив у наших граждан, что они думают о себе и своей стране. Помимо Молдовы, на эту специфическую карту попало множество стран с различными распространенными стереотипами о них. Например, соседняя Румыния описана как цыганская деревня и страна Дракулы, а Украина – страна Кличко, Газа и Майдана. По словам словацкого дизайнера Мартина Варгича, который составил данную карту, не все согласятся с его мнением. «Мы не стали теряться в догадках, а просто вышли на улицу, чтобы узнать у жителей нашей страны, что у них ассоциируется с Молдовой». Скажи, пожалуйста, какими бы тремя словами ты бы описала нашу страну? Маленькая, дружная и сплоченная. Нищета, вот что. Сколько не работать, за чего не взяться, тогда не выходит. А еще два? Еще два. Ну, красивая, красивая, тут хорошо живется. Красивая страна, жизнерадостная. Не знаю, светлая. На данный момент, мне кажется, это упадок. Медленное продвижение в политическом рынке. И зеленый город. Танцы народные. Там мамалига, брынза. Еще. Ну, вино. Сорочие. Бедность. Хаос. Хаос. И красота. Сейчас это ужасное, грязное и бесправное. Стереотип основной – это коррупция, оно мерджи. Коррупция и мамалыга. И до семена мерджи. Мамалыга. Величие, гордость и отвага, мне кажется. Маленькая, компактная, ну и веселая. Красивая, богатая. С хорошими людьми. Ну, во-первых, плохая экономика, хорошие люди, хорошее вино. Оцара Верде. Зеленая страна с особенными людьми. Талентать, харнич, дештепть. Стереотип – это устоявшийся шаблон мышления, предрассудок, часто имеющий мало общего с реальностью. Но мы все так или иначе мыслим стереотипами, в большей или меньшей степени. Будь то блондинки, спортсмены или домохозяйки, для них всегда найдется определенный набор клише. А как же опишут себя молдаване? Добрый человек и терпеливый, терпит все, что делается у нас. Добрый, щедрый, миролюбивый, мне кажется, тоже. Трудолюбивый, добрый и честный. Добрый. Человечный. Добрый, отзывчивый человек. Вежливый. В отношении того, что я был в других странах, то есть у нас все-таки менталитет народа еще очень даже хороший. И респонсабель у него. Тимку прередирал. Иногда безответственный, к сожалению. Господар. Хозяйственные и гостеприимные. Оспиталер. Замученный. Хороший. Трудолюбивый. Кредка молдовяну есть, он один третий. Самый щедрый, трудолюбивый и человечный. Чел май харник, ши оманос персона. Виня, тунчи, ланой вамен, слушай, сунт щерец. Антрадолярэнд... Хитрый, доброжелательный и семейный. У меня еще биневой торт. Ши вамен, сунт, ну, как там, сара, сунт кер фамилиш. Трудолюбивый, честный, добросовестный, вот то, что я могу сказать. Конечно, самые распространенные стереотипы о нас и нашей стране – это те, которые гласят, что молдавский народ очень гостеприимный, ассоциируя Молдову с вкусным вином, шумными праздниками и плясками. Однако помните, все клише в основном навязаны общественным мнением. И совершенно очевидно, что многие из них не соответствуют действительности. Куда важнее, что мы сами думаем о себе.